Всем привет! Сегодня у нас, не знаю даже уже какое число. Какое число? 12. Сегодня у нас 12 февраля. В общем, едем мы в стоматологию. На днях мне показалось, что у меня болит зуб. Потом он у меня, правда, прошел. Но я уже записалась, так что поедем. Уже посмотрим, проконсультируемся, будем лечить зубы. Едем в платную. Вот, а так у нас на улице погода почти весенняя, плюс 2 градуса, но пасмурно. Я вообще ужасно боюсь зубных. Ну, не то чтобы ужасно, но не люблю я лечить зубы, хотя и обезболивают они, и все. В платных клиниках, а я лечу только в платных, но все равно, в общем, это какой-то стресс для меня. У меня уже даже зуб сам прошел, я уже вообще никуда не поехала. Сережа меня выгоняет к зубному. Так что так. Ну, в общем, когда я выйду, у меня, наверное, заморозка будет, если мне будет что делать. Так что говорить-то и не смогу. Чего будешь мучать? Я, кстати, поэтому и не накрасилась, потому что... Плакать будешь? Косметика потечет? Не, ну просто зачем, во-первых? Мало ли, действительно, в глаз попадет что-нибудь, и будешь там рыдать крокодильями слезами. Вот, меня даже Маша вчера успокаивала. Ну, Маша-то, конечно. Она уже привыкла зубы себе лечить все время. То выдирает зубы мудрости, то лечит. В общем, если я останусь жива, я выйду на связь. В общем, я уже на килограмм похудела с вчерашнего дня. Есть не могу, пить не могу, спать не могу. Вот, к врачу записалась, посмотрела. Она, в общем, стоматолог. Почему-то еще детский стоматолог. Ну, стоматолог и детский стоматолог. Ну. Маша сказала, детский стоматолог – это хорошо. Она будет тебя отвлекать игрушками, конфетками. В клинику едем, значит, называется она «Санация». У нас тут недалеко. Все время мы в нее ездим. Так, опять уже какие-то пробки. Время у нас получается... Я на час записана, час 12:46. Мы уже почти подъехали. Тут буквально-то вот завернуть, проехать чуть-чуть и все. Ну, успеваем, я думаю. Доехали, а тут опять, как всегда, поставить негде. Здесь все занято, там все занято. Сугробы еще эти страшные наши. Вот, здесь все, машин много, места мало. Нам куда-то надо поставить. Вот сюда нам, в это здание. Вот. Вот сюда. Вот стоматология написана. Ну, где-то там надо поставить, значит. Вот так нельзя поставить, там выход. Вот, может, напротив, где Дикси. Или здесь где-то, вон, там нет около аптеки. Вот тут около аптеки нельзя никак. В общем, это еще не такое простое дело поставить машину, хотя день. И здесь куча вон магазинов, вкус вил, что только нету, а машину и фиг поставишь. Ну вот только если. Не влезешь сюда.
Сижу, жду. Вот же где-то в этой комнате. Номер 2. Реклама. Делайте импланты. По телеку брехню показывают всякую. Кстати, уже 40 минут прошло, как же не зашла в кабинет. Походу, что-то серьезное. Сейчас выйдет, пару зубов не будет. Будет шпиляють. Ладно, ждем. Что нужно говорить и презентовать себя как, чтобы тебя туда внутрь пустили послушать всю эту методику? Мы не будем раскрывать свои секреты. Все, повели на рентген. За лучшее будущее для наших детей, еще что-то. Они как опять что-то закон борьбе с противниками России посредством использования контрсанкций. Санкций. В рамках этого закона выделяются вот эти деньги на проведение таких вещей. Там наши с вами ребята, наши с вами сограждане, не только наши, там ребята из Киргизии, из Казахстана, из других стран СНГ. Они получают каждый удовольствие. И революцию можно купить, правильно? Что значит теперь? Ну, ее всегда можно купить, а теперь можно... Так, снимать надо бахилы. Ничего. Снимаем. Выход. Тут туалет. Какой выход? Все, короче, трындец. Чего трындец? Все зубы повырывали. Ничего хорошего. Кстати, ты сказал, что типа это, так я весь кабинет и захаркала почти. Ну так и надо так. Отлично. Ужас какой-то. Так, вышли. Идем в машину. Короче, сколько заплатили? 5 с чем-то, что ли, за бусок? 5500. Короче, она его тронула, он там весь трындец. Дошла до корней. Давай корни мне выдирать. Корни тоже плохо. Ну-ка, подержи-ка. Жар подниму. Короче, корни тоже плохо, потому что, в общем, соседний зуб еще с дыркой. Она там не могла нормально до него добраться. В итоге корни очень плохо делались, что-то снимок он не делали, что не могла она добраться до них нормально. В итоге она могла бы вообще сегодня поставить мне пломбу. Но она там почистила канал и все сделала. Но в чем вопрос? Она говорит, если она поставит мне
постоянно пломба, она потом не доберется, вот зуб, который рядом соприкасается, там дырочка. И она до нее не доберется. Ну, потому что придется эту пломбу отсверливать, понимаешь? А лечить сегодня эту дырку она не может, потому что там она мне пасты нанесла какой-то. 2 дня надо ждать, идти лечить вначале вот тот зуб, который она достанет, а потом она сразу запломбирует мне этот. Так, в общем, заплатили мы сегодня 5500. Это получается, что мне там каналы чистили, удаляли нервы, делали временную пока пломбу, но так как через 2 дня будут делать, вот, все это вышло на 5500. Так что вот такие цены. В принципе, обычные цены. Оно так и есть. Так оно и будет, потому что 2 рентгена еще делали. 5580 даже. Я, кстати, даже могу сказать по ценам, что тут получилось. Тут написано. В общем, исследование на радиовизиографии 380 рублей. Контрольный снимок 1300 рублей. Хотя почему-то у меня же их несколько было. Лоток 50 рублей. Анестезия 350 рублей. Препарирование тканей зуба 480. Удаление и наложение временной пломбы 300 рублей. Эндонтическое лечение, ампутация пульпы, медикаментозная обработка двухканального зуба 1650. И пломбирование корневого канала и импортными пастами и гуттаперчевым штифтом двухканального зуба 2070. Ну вот, итого вышло на 5580. Вот, так что так, даже снимок один написали. Хотя, в принципе, их делали 2 вроде. Так, вот такие цены. Едем домой. Все, кушать мне нельзя, но я и не хочу. У меня вообще еде. Никакого желания нету. Ну, это хорошо, похудею зато. Сейчас анестезия отходит. Может, придется пить обезболивающее. Ты снимал что-то там, когда сидел? Только тебе. Ну, что-то снимал вообще? Тебе. На нее же? Да. В общем, потом... Как ты бегал с кабинета в кабинет. Потом посмотрим, что будет. Это было ржачно. А между прочим, когда я шла первый раз, так мне рот нельзя было еще закрывать. Там какие-то иглы у меня были во рту. А она говорит, рот не закрывайте, у вас иглы. Я думаю, что у меня там? Какие иглы? Я видел тебя, так сделал. Смешно. Открывшим ртом. Конечно, смешно. Здрасте. Угу. Зачет. Короче, не болейте, зубы лечите вовремя. Потому что иначе потом это просто... Просто это... Да, вытирать придется их. Так, все, всем пока.